Всем привет! Получила я сегодня интересную посылочку. Это у нас от Юры, корректора. Такая маленькая, скромненькая, но очень тяжелая посылочка. Давайте сейчас ее вскроем и посмотрим, что там и для кого. Итак, распаковала я посылку. Я, конечно, в восторге. Юра сделал очень много подарков для меня лично, также для многих зрителей. Итак, давайте посмотрим. Обзор на свои подарки я сделаю в отдельном ролике, так как это займет слишком много времени. Чтобы не затягивать, я сейчас покажу, для кого он прислал и что. Итак, первая монета, это у нас $1 Линкольн. Вашингтон. Грант. Гарфилд. И Хайс. Если я неправильно называю, извиняюсь. Эти 5 монет у нас получает Марат Зайдулин. Так, стороночку их. Следующая монета, это у нас идет Мэдисон, $1. Джексон. Линкольн. Джефферсон. Джордж Вашингтон. Эти 5 монет у нас получает Оля Новикова. Стороночку. Следующая монета $1 Мэдисон. Джексон. Джефферсон. Так, Линкольн. Вашингтон. Эти 5 монет у нас получает кто? Правильно, Зорька. Тур-тур-тум. Так, следующая монета. Это у нас Хейс. Гарфилд. Грант. Парящий орел, так, 2000 года. Джордж Вашингтон. Эти 5 монет у нас получает Сергей, канал «Досуг и хобби». Ждем обзора от Сергея теперь на эти монеты. Следующая монета. $1 Джефферсон. Джексон. Вашингтон. Мэдисон. И Линкольн. Эти 5 монет у нас получает Екатерина Сорокина. Так. Следующая монета. Это у нас идет Джексон, $1. Линкольн. Мэдисон. Джефферсон. Вашингтон. Эти 5 монет у нас получает Светлана Трушина.
Следующая монета. Это у нас Сакагавея. Если не ошибаюсь, 2011 год. Джефферсон. Джексон. Линкольн. Вашингтон. Итак, эти 5 монет у нас получает Виталий. Нумизмат 55 рус. Так. Следующая монета. $1 Мэдисон. Линкольн. Джефферсон. Вашингтон. Джексон. Получает эти монеты у нас Магомед Межидов. Так. Следующая монета, это у нас $1 Сакагавея, 2013 вроде год. Так, монета дальше. Вашингтон. Также Сакагавея 2011 года. Джефферсон. Линкольн. Эти 5 монет у нас получает Дмитрий Мотин. Так. Следующая монета. Харрисон. Сакагавея 2011 года. Джефферсон. Джордж Вашингтон. И парящий орел 2000 года. Эти монеты получает у нас Анна Ворожун. Следующая монета. $1 Вашингтон. Хайес. Гарфилд. Парящий орел 2000 года. И Грант. Эти 5 монет у нас получает Валерий Пуга. Следующая монета. Парящий орел 2001 года. Вашингтон. Парящий орел 2002 года. Сакагавея. Так, извиняюсь. 2009 года. Эти монеты получает у нас Денис. Монета 58 рус. Также я запаковал монеты. Мы посмотрим обзоры на каналах у ребят. Это у нас Димон 63 монета. Я ему отправлю. А какие там монеты, мы узнаем у него на канале. Следующий. Вова Минжулин. Также запаковал я. Пакетик посмотрим у Владимира на канале. Дневник пенсионера. Также посмотрим у Сергея. И коллекция монет. Посмотрим у него на канале. Что же там за монеты? Так. Также Юра поздравил с днем рождения
Михаила Дородного. Давайте посмотрим. Две монеты ему идут. Сьюзан Би Энтони 79 и 80 года. А также идет ему в подарок вот такая монета в качестве пруф. Давайте откроем, посмотрим. Это у нас инновации 2018 года. Такой вот коробочки. Также присутствует сертификат. Михаилу недавно был день рождения, и Юра ему подарил. Так. Следующие монеты в качестве пруф получит у нас нумизматика моя hobby.kz. Сергей. Также получит в качестве пруф монетку Христофор Акопянс. И если кто помнит, меня Юра когда-то поздравил с днем рождения и подарил мне также две монеты в качестве пруф инновации. Эти две монеты это мне, а также он мне прислал еще дополнительные монеты, но я это сделаю все в отдельном ролике и обязательно покажу. Так. А еще он прислал две монеты в качестве пруф. Но это на будущее. Ну, я думаю, Юра придумает, что с ними сделать. Вот такая замечательная посылка пришла от нашего друга. Я постараюсь в ближайшее время всем все отправить. Ссылочки на каналы, ребят, я оставлю в описании. Можете зайти подписаться и посмотреть, какие же призы, подарки, прислал Юра для них. Я думаю, будет достаточно интересно посмотреть, что там. Так что, спасибо, Юра, большое тебе за подарки. Всем спасибо, всем пока.